Иди сюда, дура. Давай, давай, прорывайся, ты можешь. Иди всех сагать, конечно. Валя вообще ушла. Говорит, ну вас нафиг. За угол спрятался. Да. Блин, а. Ну как, ну почему, как я вообще ухитрился этот эскейп задеть? Без права на ошибку, блин. Замерзните, ребятки. А ты вообще рот закрой, встал бы. Воу, 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 воу. А, он что-то чемпион. У него что, еще и горение маны есть, что ли, когда солнце? Блин, чемпион — существо, которое без... просто в принципе не умеет стоять на месте, блин. Так, лучше Валь помочь. Он хоть прижал туда солнце, он не двигается, по крайней мере. Так, опять скрипки, кстати, обратите внимание. Хотя да, эти повелители всегда такими были. По-другому быть даже не может. Плюс он призрачный, что добавляет, так сказать, сопротивляемости всему и вся. Стрелы кончаются. Это мощно. От души, блин, отстрелялся. И не только стрелы. Вообще все кончилось. Он постреливает. Тише. Мы с тобой, приятель, по старинке разберемся старым добрым рукопашным способом. Даже немножко побыстрее. Я перегружена. Так ты достала, блин. Перегружена, недогружена. Да уж, 32 стрелы — это действительно маловато. Так. И еще арбалетные стрелы. Ладно. Скорость поучаствую. Ай, я забыла о количестве ребят в этом туннеле.
большом количестве ребят в этом туннеле. С большими пузами. И прикольными ирокезами. Тык-тык. Отлично. Получи, повелитель. Давай, давай. Ну и где там, сударь? Валька, держись. Не удержишься, да? Скорость, дурак, беги, ты что там застрял? Да. Один хрен, все кончилось уже. Привет. Скорчи надо устанавливать. Иначе толку. Дрянь. Ты дрянь. Была такая песенка давным-давно. Так вот я ничего-то не помню, чья она была и почему она была именно такой. Достал, ага, все. Уважаемый Грейс. Не, ну шутка про то, что я сегодня не закончу, конечно, сбылась отчасти, да? Так я забыл зелки купить. Животный утроба. Фу. Позвольте с вас, сэр, с вашей утробы рвотной немножко набрать маны. Разваливайся. И опять восстанавливаю. Куда ты побежал? Побежала. Удары, конечно, дико раздражают. А уж это их не бронированность. Просто запредельно. Получай. Да уж. Паршивые овцы, хоть шерсти клок. Не,
Нет, приятель, давай ты своим выдувом идешь нахрен. И ты туда же. Так. Угу. Ну и кто тут остался? Ну ей богу, ребят, ну это, блин, ну нафига это надо? Сабли эти дурацкие, блин. Так, чё тут только не выпало? Я не могу нести больше. Совсем-совсем. Я не могу нести больше. Так. Ладно, ок. Постой, послушай. Дрянь. Дрянь. Кругом, блин, сплошная дрянь. И даже эта штука не радует. Фу-фу-фу. Тикс. А, ну да. Деньги-то нельзя, чтобы укладывать. Так, нафига я взял свиток? А, ну да. Я перегружена. Чё? А, ну да. Арбалетные стрелы. Кувалда. Ну, аллилуйя, по крайней мере, это забрали. То, что нам причитается, блин. То как-то было бы реально обидно. Ладно, два, как два коридора и, собственно, идем. Добивать этот уровень. Мне так нравится, когда он не замораживается в определенные моменты. Так вот. Эти моменты настолько четко подобны, вот именно сейчас он не заморозился. Потому что иначе бы он меня не смог атаковать. А так он сможет. Он еще горячий, что под грунтом взялся. А, там типа закрыта-открытая дверь. Ясно, бывает. Или нет? Давайте, давайте, разваливайтесь, ребятки. Сейчас вам быстрее разобраться и идти уже по назначению, да? Тут можно тут фигню заниматься. Валькирии, вот там ковыряешься, не секрет. Позвольте на вас слегка накопить полезного ресурса, сэр. Я не могу нести больше. Эл. Так.
Чу-чу-чу-чу-чум. Последний коридорчик. Надеюсь, он будет таким же простым и понятным. Ой-ой-ой. Там еще и босс. Кого там только нет, а? Какая пресс? Ты че, почему она прям туда куда-то стреляет? У него курсор наведен в одну сторону, но прям палит куда-то левее. Ледяной осколок гроза. Ну ладно. Пусть так. Ледяной осколок гроза. Опыт, 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 опыт. Ну, еще чуть-чуть. Вот я к вам стреляю, и вообще не вижу прогресса на этом кровавом пузу. Смотрите на это. Прям еле-еле. Еще одно кровавое пузо. А, это приспешники. Ну тогда да. Ти-ти-ти еще твари. А там еще и стрелок остался. Жесть, там пачка, блин. С одной стороны окей, а с другой стороны многовато ли? Я перегружена. Даже не сомневаюсь, блин. Да. Добрый день. Так, Бунск, дрянь, дрянь, дрянь. Хм, неплохо. Так, хрень. Хм. 16-44, 20-61. Я найду этому хорошее применение. Я найду этому хорошее применение. Да, пожалуй, так. Чуть-чуть добавим урона. Как говорится... А. Царем. Привычка. Лишним не будет. Все собрал. Дала. Я только хотел сказать, да ладно, никакого прохода дальше, обрадовался уже. Хрен-то там, да? Иди, родной, иди. Из минусов. Вообще заметил, что я опять забыл затариться делками. Черт, я побрал. Thank you.
Что ж без наших любимых вампиров? Что там просто было? Куда ты ломанул? Что тупо, блин, трудно убиваемых засранцев. Самых, кажется, плохих этих только может быть. Ломайся, ломайся, Морпи, ломайся. Не, слушай, пойдем-ка. Хорош там страдать. Так. Это честь служить тебе. Копички, неплохо. Дрянь, дрянь. Так. Вот, пожалуйста. 30-ка в подарок. Ну нет. 3-жды нет. 4-жды нет. Хорошо. Откуда там этот жирик вылез, а? Блин, опять забыл купить селки. Ну это уже даже не смешно, блин. Ее заедаете, судя по тому, как у нее жизни уменьшаются. Иначе она бы отхилилась уже. Просто орда напоследок. Всех, кажется, полнили. Мне ману-то все и вернешь, засранец. Давай, давай, давай. Разваливайся. Отлично. Боевой топор. Фьюф. Ну что, все? Подземелье все осмотрены. Пошли в центральное. Одно только да раздражает. Сейчас все это шатья братья будут за мной охотиться.
Сейчас быстренько карту откроем. Давайте, давайте, ребятки. Вы думаете, раз у меня мана кончилась, то все? У меня для вас плохие новости. Мана не кончилась, я уже вижу парочку синих бутылочек. Так, все, что у меня кончилось. Вы мне все и восстановите. Засранцы. Все, все полностью. И никаких вариантов. Я перегружена. Слушайте, ну нет, это реально, это долго слишком. Согласитесь, пойдемте отсюда. Нет, в подземелье, блин. Здесь я уже был, это все уничтожал, кажется. Так. Нам же треугольник нужен. По-моему, вот этот тут. Да, вот он. Так, теперь... домой, потому что и стрелы кончаются, и с зельями надо уже разобраться. Сколько можно фигней этой страдать. Копейки, копейки, дрянь. Так. Слабая надежда на посох не оправдалась. В топку пусть валяется. Пожаловать в мою. Так. Ну не могу я просто так взять и бросить стрелы, блин. Лежал это постоянно. Что, пойдем? Найдем. Вход в склеп. Пошли сюда сначала. Так, давайте направо. Нахальная дрянь. Оторвалась от коллектива. Типа, вы разберитесь с Валькирией, а я тут эту амазоночку допинаю. Интересная мысль. Вот только плохо реализуемая. Так, пойдемте сначала сюда.
И вы что хотите сказать, я сразу нашел переход туда, куда надо? Это будет слишком. Пожалуйста, не надо так делать. Это просто тупик. Ну, переход я стопудов сейчас вот за тем поворотом найду, блин. Ой. Давай, 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 получи фашизмонту. Позвольте с вас немножко мана заработать, сэр. И с вас тоже. Нет. Даже не смешно. Да замерзни ты, скотина, блин. Отлично. Прокачка, прокачка и снова прокачка. Вот мы чешем с этой игрой. Красота. А, да тут босс, блин, ёлки-палки. Вот что они такие крепкие. Так, Валя, держи себе еще один уровень. Красоточка ты наша. Опа. Ну и нам. Так. Так. Кольцо зеленое. И это интересно. Зеленое колечко. Интересно, да, что вот повелитель вампиров, заметьте, как сказано, не забирают здоровье, не поглощают здоровье, воруют здоровье. Такое все-таки принижение идет небольшое, что, мол, не отбирают, не поглощают, не там, не знаю, не отжимают, воруют. Давай, давай, давай. Слышите, притушите там этот свой пожар, пожар поднимем. Скорч. Так и будем стоять? Опять тут боссы идут у меня. Значит, к молниям. Ну, ладно, классно. Так, значит, надо сначала с этими с приспешничками разобраться, если они так удачно в кучу собрались. Потом мы с боссом расковыряемся. Когда еще удастся этих долбанных повелителей такую кучу собрать. Всегда было интересно, защита от магии, что имеется в виду?
какая-то, какой-то универсальный показатель защиты от всей магии? Или как это вообще? Ну, читать надо будет как-нибудь. Если не забуду, конечно. А, я забуду все равно. То есть ведь магия это что? Молния же и так далее. Это что же как бы магия считается? То есть как это? Как это высчитывается? Я не могу нести больше. Серьезно? Откуда вы вылезли в таком количестве? Еще в таком гигантском, наверное, количестве. Еще одна пачка. Только что раздербанили десяток, блин, и еще несколько штук вылазит. Может, вы успокоитесь, а? Жесть тут за это закрутили, блин. Счастье. Ах, скорч, зараза, вылез все-таки. И пока он был там, он что-то делал, атаковал. Сейчас опять спрячется здесь, будет стоять на бедку. Дурацкое желание исследовать все и вся, блин, получить максимальный левел. Насколько это было бы короче? Пришли бы сразу, нырнули в нужное подземелье, блин, и все. Раз чуть в обратку не прогану. Да прибудет с тобой благословение. Да, да, да. Так, фигня. Ну нет, шляп полная. Сияние ангела. И в чем прикол? Стоит 6. 4 видел, это ангельская. Хрень, по-моему, полная. Все ничего не путаю. Даже если не путаю, какие хрен разница. Так. Дрень, дрень, дрень. Добрый день. Есть. Бумстак. Куда ты бежишь? Ну ладно. Претензия необоснованная, сам забыл сменить оружие. Не-не, повелитель. В этот раз ты залез совсем не туда.
Блин, ну там опять какой-то... Да что тут так? Тут вообще есть прямые, а? Я понимаю, что концовка должна быть слегка запутанной, но, блин, это уже не смешно.